Аукцион картин приморских художников пройдет 22 мая в поддержку участников СВО. Более 80 работ представлены в залах регионального отделения Союза художников России. В экспозицию вошли картины социально значимой акции «Путь к победе». Выставка продлится до 21 мая включительно, а уже 22 мая все желающие смогут приобрести картины на аукционе. Подробности организации аукциона обсудили на совещании под руководством заместителя председателя правительства, министра культуры и архивного дела края Елены Брониковой. Определено, куда будут направлены средства. У нас создается 31 мая, мы перерезаем ленточку, будет открыт фонд СВО и региональное отделение, и вот как раз-таки туда, на этот счет, будут направлены все средства, потому что будет обращение ветеранов боевых действий, участников СВО, будут туда, конечно же, обращения семей и вдов по разным вопросам, не только оказание социальной помощи и выплаты участникам, кому положено, но как раз-таки те, что выходят, наверное, за рамки, за пределы бюджета Приморского края, а помощь оказывать нужно вот как раз таки из таких благотворительных источников, мы будем оказывать помощь этой категории граждан. Общая начальная стоимость лотов – более 2 миллионов рублей. Принять участие в аукционе можно будет как в очном формате, так и в режиме онлайн. Именитые художники края с большим энтузиазмом откликнулись на предложение принять участие в акции. Наши художники не подвели. Было собрано очень много работ. Первые откликнулись заслуженные, почетные граждане города Владивостока, Черкасов откликнулся. В общем-то, все деятельные художники, которые в строю, которые на слуху, картины которых пользуются спросом, откликнулись на эту инициативу. И как мы планировали сделать такую небольшую выставку в рамках в одном зале, получилось работа на два зала. Таким образом, 27 апреля в залах Союза художников Людская 14 открылась выставка, которая называется «Путь к победе». Ознакомиться с этими работами жители и гости края могут, посетив экспозицию до 21 мая включительно или в электронном каталоге. Кроме того, акцию поддержали преподаватели и студенты Краевого художественного колледжа. Они выбрали 15 своих лучших работ, чтобы средства от их продажи пошли на помощь участникам спецоперации. Аукцион картин состоится 22 мая в 17 часов в парадном зале Приморской картинной галереи на улице Алиутская, 12.